13 мая, РИА Новости. Певица Юлия Самойлова вернулась в Москву после Евровидения -2018, анонсировала выход альбома и клипа в скором времени. Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Альтичи в Парке Наций. Победу в международном песенном конкурсе Евровидение -2018 одержала участница из Израиля Нито, которая исполнила песню «Тай». Россия не принимала участия в финале, поскольку во втором полуфинале представительницы страны Юлии Самойловой не хватило зрительской поддержки и голосов жюри. «Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку, за ваши отзывы, за движение вперед. Дальше ждет много нового, интересного, книга, альбом, клип». «Скоро», — написала Самойлова в своем Инстаграм. Она отметила, что уже вернулась.